Поддержка Украины остается ключевым приоритетом НАТО. Альянс считает Россию агрессором и никогда не признает аннексии Крыма и Донбасса. Об этом заявил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников во время Украинского форума по обороне. По его словам, Северо-Атлантический блок продолжает оказывать активную политическую поддержку Украине и старается углубить практическое сотрудничество. Партнерство проходит через ряд инструментов, включая совещательную команду. Фонд и программы по развитию и повышению потенциала Украины. Что касается политической поддержки, мы продолжаем внедрять портфель всеобъемлющей помощи, которая была утверждена на недавнем саммите в Варшаве. Этот пакет содержит более 40 различных мер поддержки в 13 сферах. Речь идет о решении той ситуации, с которой столкнулась Украина. Также наша команда из резидентов-советников, пока их 15, предоставляет постоянную консультативную помощь оборонным учреждениям Украины.